Убили. Кто? Когда успели? Не знаю. Лера, я не знаю, кто это делает на корабле. А какие-то помни, тебя так предатели жалко. Орудуют. Нет. Все, ты следующий. Блин. Жесть. Вот это еще и Лера предатель. Ребята, это два ножа в спину. Это двойной провал и двойной мой затуп. Затуп. Что оранжевый самый подозрительный из всех. Я уже пишу на по-всякому. Апельсин. Цыпленок пишу. Как еще донести до наших иностранцев, которые с нами Морковка! Играют? Морковка! А выгнали розового! Буду бегать каркать, извините. Я себе надел белые штаны, чтоб, если что, на нем была кровушка замечательно видна. Я мирный, Лера, ты кто? Пойду покаркаю в медпункте. Если, короче, меня грохнут, знай, я в 8-й палате слева лежу там под кроватью. Лера, хватит ржать, играй, заданий много. Мы мирные или кто? Да ё-моё! Докаркался! Лера, пойди зарепорть мое бездыханное воронье тело. Даже сам за себя проголосовал. Даже сам за себя. Это очень мило с его стороны. Молодец, светло-темно-зеленый. Присцилла сделала самоубийство. Залезла в микроволновку, лапка на медверку закрыла и сама убилась. О, капец! Да что сегодня? День собраний на Заскелде. Мы, извините, мы не понимаем фу пурпура, because мы русу туристо. Облико морали Ферштейн. White vented, нам пишут желтый. Мы пишем пурпура на чистом русском. Чтоб никто никогда в жизни не понял. White vented, давай. Пишем пурпура, а потом хопа, и черного все выгнали. Вот это, друзья, мы весь корабль запутали. Друзья, я никогда так не ржал, даже будучи предателем. Выгнали все белого. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Играем с папой в Among Us, всем привет! Привет, друзья, Ришка Плей, поехали! Начинаются наши приключения, я себе взял рога, и всем сейчас будет хана! Ну, друзья, прям в рифму. Так, я мирный, Лера, взял рога, и всем будет хана. И всем будет хага, так, всем будет гага. Что у нас там? Так, у меня 5 заданий. Сколько у тебя? У меня тоже 5, как обычно. Ты точно мирная? Да, я точно мирная. Я хорошо. Ты опять смотришь трупы и на камеры разглядываешь? Да. И... что такое? Меня убили. Как? Где? Уже? Так быстро? Капец! Жесть! Друзья! Троих! Во! Ну, нифига себе, оранжевый стопудово. Я уверен, друзья, сейчас нельзя ошибиться. Розовый тоже подозрительный. Видел, розовый видел. Розовый видел? Ну, блин, давайте, мне кажется, что это оранжевый, друзья. Потому что оранжевый самый подозрительный из всех. Я уже пишу на по-всякому. Апельсин, цыпленок пишу. Как еще донести до наших иностранцев, которые с нами играют? Морковка! Надо писать Хосе Мурада. Надо писать Кэрот. Кэрот пишу. Друзья, пожалуйста, не ошибитесь. Чикен. Черный на меня. Ё-моё! А выгнали розового! Я уже по-всякому объяснял, розовый не был. Ребята, хоть он и видел, он не был оранжевый импостер. Да! И Розита, его подружайка с цветочком. Друзья, капец, Лера на смерть была зря. Следующая катка, погнали. Ты кто? Я мирный. Отлично. Побежали, друзья. Мне нравятся их ники, вот просто олд. Фига себе у меня задание, Лера, ты видела? Шо все опять сюда в управление прибежали? Карточку пикать! Чем вам тут мажут? Я не понимаю вообще. Там что, конфеты бесплатно раздают или что? Или там не убивают так часто? Ладно, в электричестве, если что, прибегайте. Ребята, кто хочет в электричество прибегать, тут много заданий очень. Так, друзья, Лера, сколько у тебя заданий? У меня много. Ребята, мы не видим, кто есть на самом деле, поэтому, друзья, мы не признаемся до последнего. Так, я в навигации тут, если что. Розовая, кстати, очень подозрительная была. Будет возле тебя бегать, будь с ней очень осторожно. Ё-моё, дверь закрыли. Зеленого убили. Кто? Когда успели? Не знаю. Лера, я не знаю, кто это делает на корабле. Какие-то помни, тебя так предатели орудуют. Еще и один покинул. Вы. Господи, пишут где. Интересно, где? В Караганде, я не знаю. Предатели какие-то в этот раз вообще. Странные в очень. Админе. Я не знаю, где и кто. Я прям честно так и написал, друзья. Я не знаю, розовый мне был подозрительным.
Но я точно знаю, что парень, которого зовут Сус, это не Сус. На всякий случай. Вдруг у кого-то возникнут вопросы, друзья. Я сразу всех поставил в известность. Так, а, его, это не, он просто писал Сус, я, короче, перепутал. Лол. Так, ладно, друзья, погнали. Давай теперь лол. На кого ты думаешь, Лера, или проскипуем? Не знаю. Ты вообще мирный или кто? Я? Не знаю, кто я. Ладно, до следующего раза. Мы смогли до встречи на танцполе. Так, мы не приняли единого решения, потому что у нас корабль очень разногласных амунгазиков и довольно-таки неумных, как обычно, друзья. Да. Побежали. Что вы говорите, карточку надо пикать? Угу. Так, ладно, попикаем. Побежали. Лера, сколько у тебя заданий? Сколько ты выполнила? У меня уже у нас что-то очень медленно движется список заданий. Папа! Что? Я не знаю! Со мной что-то происходит, мне кто-то вставляет постоянно нож в руку. Я ничего не могу с собой поделать. Вот не надо вот это вот сказки рассказывать. Я мирный в шапке. Я если тоже. Чё. Ты тоже? Отлично. Я тебе не верю больше. Я тебе не верю, а я и тебе не верю. Потому что. Все, я пошел, короче, побегаю между папками. Если что, прибегай со мной, побегаем вместе. Очень веселое задание. Побегу. Сколько у тебя, Лера, заданий вообще? Ты вообще собираешься их делать? Да. Или ты опять на камеру? Вон синего уже убили. На камеры зыркаешь вечно и трупов разглядываешь. Да, я красный в шапке в белой. Так, ну что, друзья, кто видел? Я даже прям не знаю. Where, where? Я пишу уже на английском русскими буквами. Where? Где? Где? Скажите, where? Друзья, с нами, как обычно, играют куча Гонсалесов, Хосе и всяких разных прочих Мурадо Албасов, поэтому нам нужно здесь быть очень внимательными. Так, ну что, и кого же выгонят, друзья? Давайте я посмотрим. Не знаю даже. Я даже тоже не знаю. Лера, я очень надеюсь, что это не ты. Это прям будет такой нож в спину. Решили выгнать темно-зеленого. Он даже сам за себя проголосовал. Даже сам за себя. Это очень мило с его стороны. Молодец, темно-зеленый. Присцилла сделала самоубийство. Залезла в микроволновку, лапка на медверку закрыла и сама убилась. О, капец. Та что сегодня, день собраний на The Skeldy? Я не могу понять. Добро пожаловать в день собраний на нашем корабле Among Us. Кто следующий собирает собрание? Мы, извините, мы не понимаем фу-пурпура, because мы русу туристо. Облико морали, Ферштейн. White went it, нам пишут желтый. Мы пишем пурпура на чистом русском. Чтоб никто никогда в жизни не понял. White went it, давайте пишем пурпура, пишем пурпура, а потом хопа, и черного все выгнали. Вот это, друзья, мы весь корабль запутали. Друзья, я никогда так не ржал, даже будучи предателем. Выгнали все белого. Пурпура, пурпура, нет, это белый. Ребята, все писали purple, пурпура, а выгнали белого. Вот это, слушайте, веселый у нас корабль. Капец. Офигенный просто. Так, ладно. Это просто не... Это просто даже лучше, чем Марада. Поржали и дальше выполнять задание побежали. Да. Поржали и побежали, друзья. Стихи хихи. У нас ребята на корабле еще пишутся стихи. Так, Лера, где ты там? Что ты там вообще делаешь? Я пошла саботаж. Не знаю, давай, почини, это. Потому что я не успеваю туда добежать. Это очень далеко для меня. Аж до реактора бежать. Ничего себе. Так, ну Лера починила, значит она, видимо, не предатель. Да, не Или предатели могут чинить саботаж? Я не помню. Ребята, я тоже не знаю. Наверное, не могут. Короче, кто знает, напишите, я не знаю. Я верю Лере, потому что Лера меня никогда не обманывает, почти, кроме последних 15 раз. Папа! Так, тихо, я починил там кнопочку, вставил этот, Мурадо. Предохранитель. Мурадо, это просто Мурадо. Так, ребята, смотрите, черный. Знаешь, а что все стоят возле стола? Там что, пирожки раздают, я не могу понять. А, он собрание ждал собрать. Итак, глаголит черный ворон. Что же он нам скажет? Он скажет нам пурпура или каркар? Purple, друзья, все-таки пурпура, а мы-то думали. Итак, я пишу why, почему? Типа обоснуй, пруфы там то да сё, доказательства. Желтый ноль пишет слов. Ноль слов, но ноль слов это на самом деле тоже два слова. Так, и что? Я не знаю, за кого голосовать. Не знаю. Давайте за ноль слов. Мне подозрительные ребята желтые почему-то. При мне прыгнул Венту и он не пред. Что? Я думаю, что это желтый. Я думаю, что это Сталин, друзья. Сталин, давайте. Не знаю. Сталин. Ты думаешь тоже? Потому что он. Топим нет! Его. Он пишет нет. Ну, но. Поровну. Палево! Палево! Большая палево! У кого палево? Не знаю. Ты думаешь, если желтый, получается, ну мы с тобой проголосовали, это за желтого? Либо желтый, ты либо за желтого? Purple. Вот так, как его там.
Красный. Пурпур! Ну да, друзья, я собрал красный. Да подожди, я говорю, собрал забрание. Да давайте выгоним этого желтого уже окончательно. А если не он? Нам черный Эльда Вино пишет, что Purple настаивает по-всякому. Короче, он покинул игру. Короче, ему желтый. Надоело. А, черный вышел. Он не выдержал, всем доказывать, что это Purple. И решил уйти. Друзья, черный не смог доказать, что это Purple. И ушел. Покинул нас, друзья. Ура, ну зачем? Это рада. Ребята, я думаю, что это желтый. Если я не желтый, то выгоняйте меня. Хорошо. Я думаю, что это так. Давайте, друзья, выгоним желтого, а там будем посмотреть. Будем посмотреть. Что посмотреть? Ну, посмотреть. Следующий я. Видишь, как я себе сразу прям подставил, под расстрел. О, желтый аж с перепугу пишет Айтвеб в Бэй. Короче, он, наверное, хотел писать на испанском, но у него получилось на русском, но как будто бы на испанском, друзья, или на албанском. Нет! Что ты следующий? Блин! Жесть! Вот это еще и Лера предатель! Ребята, это два ножа в спину, это двойной провал и двойной мой затуп! И еще Пурпл был предателем. Еще, короче, следующая катка. Все, я ворона, мне на все чихать. Я буду бегать каркать. Извините, я себе надел белые штаны. Шуп, если что, на нем была кровушка замечательно видна. Я мирный, Лера, ты кто? Пойду покаркаю в медпункте. Если, короче, меня грохнут, знай, я в 8-й палате слева лежу там под кроватью. Лера, хватит ржать, играй, заданий много. Мы мирные или кто? Да ё-моё! Докаркался! Лера, пойди зарепорть мое бездыханное воронье тело. Пожалуйста. Лера, хватит ржать, папу убили! Лера, не смейся, папа сдох. Предатель пишет, я предатель. Очень умно. Кстати, молодец. Я пишу фиолет, но меня никто не читает, друзья. Короче. Все, я уже не могу. Я уже, короче, спалил всех. Я не могу, у меня уже нервов не хватает. Накаркал! Вот именно, что накаркал, друзья. Правильно, ключевое слово в этой игре про мою смертушку. Накаркал, друзья. Еще и не смогли принять единого решения. Все, я молчу, я никого больше не сдаю. Мы договаривались играть честно. Все, я пойду скинусь с корабля, пойду на звезды посмотрю снаружи. И покаркаю. И покаркаю, друзья. Если что, я на улице. Короче. Шучу. Я думал, меня, блин, розовый второй раз убил. Я уже всего боюсь, друзья. А ему нас может два раза сдохнуть? Интересно. Вот это было бы как раз про меня. Я же вам говорил, друзья, я сболтнул, кто предатель. Вы что, не читаете? Пока Лера писала слово этот... Капец, Лера, быстрее отправляйте, сейчас выгонят. Короче, Лера, да. Писать надо быстрее, запомни. Каркал просто. А, опять я виноват. Ребята, кто виноват? Да. Опять ты каркаешь, как не знаю кто. Да я сдох давно уже, никто тебе не каркает. Все, Лера, теперь будем бегать с тобой, летать вместе. Уже можешь свои эти не писать, уже все, всем до фонаря. Так, погнали. Давай хоть задание повыполняем. Или посмотрим там, кто кого сейчас будет убивать. Смотри, короче, там желтый и оранжевый. Беги в электричество ко мне, тут весело. Сейчас тут что-то затевается, потому что они нифига не делают. Есть! Друзья! Лера! Оранжевый. Видела? Грохнул. Оранжевый, да? Стопудняк! Так, ну чего? Кто-нибудь зарепортит? Хватит каркать! Да подожди, я помучаюсь. Дай. Меня прикалывают. Дзынь. Хочется побиться головой об стол, когда не тикается карточка. О, ноу. И что? Так. Ага. Понятно. Ну, уже написали. Уже призраки читайте. Кто-нибудь прочтите. Пожалуйста. Это оранжевый. Друзья. О, белый в электрике. Людишки. Я пишу. Прочтите, пожалуйста. Людишки. Я в раю. Кто в живых? Прочтите меня из рая, пожалуйста. Я уже ору, как могу. Громче нельзя. Акуэта ла скинадо. Я не знаю ваше скинадо, но кто-то сейчас погибнет. Ребята, мы еще и проиграли. Друзья, фу, наржались. Иди каркай. Поддержите лайком эту серию. Смотрите все видео на наших каналах Вальвишка Максим Плей Геймс. Ведь мы все стараемся только для вас. Потому что вы у нас кто? Самый лучший. Мы всех очень любим. Всем пока-пока, друзья. Ссылочки в описании. Подписывайтесь, жмите колокольчик. Пока.